Стартик Катероид Махагусал Кваябелла, 1-10. Уже надоело в этот смотреть? Не, я видео снимаю. Ну, вдруг это мы хотят? Не надо. Лошадь одну сфоткать, попала другая лошадь. Стартик. Если тебя приближаешь, то я вообще все не считаю. Kakskümmend kuus, kolmteist. Starting Paul Richard Argus, who was a favorite.
Она идет под руки. Ну у нее висит, видишь, этот прицеплен. Голову, как у нас цепляют. А лямка еще когда ты прыгаешь, я не знала с тобой. То есть когда лошадь прыгает, она все-таки втягивается. Так руку может скользнуть, чтобы не уезжала тоже. Ты в качалке даже ездишь, там, по лесу, все это. Там уже все-таки получается качалка тянет, из груди немножко подтягивает. У тебя может скользнуть все-таки, что не так пойдет. А лямка хоть как-то придерживает. И у них тоже самая система. The next ride, Kristjan Sinikas riding Space King Estonia. Даже если ты походил, то что тебе придется надо, что такое, чтобы удобно, чтобы не болтался боек. Как это делать? Ну, дорого. Я когда ездил, я потом перестал. Мне нужно, типа, нужны платить себе спаги специальные. Я не хочу. Я вот не могу. В этом всем я ездить не могу. У меня даже штаны есть верховые. Да. Я в них не могу ездить. Я не знаю, мне неудобно вообще в них ездить. Я чувствую себя как, не знаю, как гей какой-то. The next ride, Cynthia Semenkova, Irvin Swing, Latvia. Starting Cynthia Semenkova, Lätist, hobusel Irvin Swing. Kristjan Sinikas, esimeses osas 8 karistuspunkti. 80 points in the first phase, time 42.28. Моим-то надо. А если у тебя лошадь что-то затормозит, и уже не успеешь ничего сделать. Ты хотя бы лошадь не будешь пинать все дури. А у меня именно со звездочками еще были, как знаю, как у гамбоев, эти старые, старинные. Гамбоев. Ну, видишь, если лошадь не очень, тебе наш тоже неудобно. И лошадь неудобно, лучше наш что-то сделать. Ну да, это вообще что-то большое. Блин, я только сейчас помню, что у меня с собой монокуляр есть. Не знаю, конкур мне как-то все-таки больше нравится. А я вот хочу ждать, будут они супер, вышка у них какая-нибудь. Или нет? Хотя я уже насмотрелся эту вышку у нас там. У меня больше делать нечего, я там сяду на трибуну, смотрю. Да, нас подойдут,
ajattelee Annava Tylään. The awards to the winners of Free the Tallinn are presented by. On behalf of our sponsor, City of Tallinn. Meidän sponsori Tallinna Linnan nimellä, Deputy Head of Tallinn Sports and Youth Department, Tallinna. Järgmisenä on startis Margit Mäki, Dexter. Thank you.
Ну там объектив-то что-то в комплекте будет или нет? Ну объектив будет, но он будет немножко сломанный. Который ни хрена не работает, что ли? Да. Нет, он работает, там не работает фокусировка. А как без фокуса фоткаться? Руками. А? Руками настраивай. Спасибо. Я бы купил его. Что вот этот я уже смотрю, уже все. В таком месте вообще фоткать что-то нереальное. На спорт режиме стоит, все равно мажет. Я уже все режимы попробовал. На автомате так уже более-менее. Я